найми профессионала и не мешай. Я утверждаю, и она делает это. Поэтому делегируйте эту цель, каждый член свою команду, и, соответственно, контролируйте срок, и контролируйте срок выполнения и качество. И не мешать профессионалу. Если вы будете нанимать, а потом постоянно мешать профессионалу, тогда зачем его нанимать? Еще один момент. Найми профессионала и не мешай. Вот это прям супер помогло. Потому что у меня есть такая привычка. Я сейчас даже вот 100% иногда бывает, чересчур проверяю их. А вот когда в голову приходит ваша вот эта фраза, и нажимаю на стоп. Сейчас у нас управленческий директор, она с опытом. И вот эта фраза мне сейчас очень хорошо помогает. Я лишний раз не лезю. Она дает мне планы, да. Объясняет. Утверждаешь ты план. Да, я утверждаю, и она делает это. Поэтому план, а не действует. Дорогие друзья, вот это очень важно. Вот это называем делегирование через цель. Когда поставить надо цель, что значит цель? Цель это должно быть конкретно, измеримо, чтобы было понятно. И делегируйте эту цель, каждый член свою команду. И, соответственно, контролируйте срок. И контролируйте срок выполнения и качество. Не процесс. Процесс пусть он делает, пусть он думает сам, как это делать. За это вы платите ему. А вот в конце именно результат надо контролировать, чтобы в сроке было, все было вовремя и так далее. И не мешать профессионалу. Если вы будете нанимать, а потом постоянно мешать профессионалу, тогда зачем вы его нанимали? Если вы нанимаете, потом говорите, ты делай так, как я сказал, тогда зачем это нужно?